Jersey connection. Закон шоу-бизнеса гласит, чем ярче и безумнее, тем лучше. Все время с образами какими-то работаешь, ты можешь сойти с ума просто. Все артисты сумасшедшие. Некоторых звезд настолько сильно затягивает в космос, что земное притяжение над ними уже не властно. Марсиане, привет! Я сидела уже не в корабле, и я видела этот светящийся пол. На пике своей карьеры едва ли не каждый второй артист сталкивается с серьезными проблемами с ментальным здоровьем. Вы вчера говорили, что с тобой? Меня не было год. Я получил себе жесткую депрессию. С бродячими псами общался. Перестал спать, мыться. Кто из звезд мечтает забыть жуткие дни, проведенные в психиатрических клиниках? Кладут тебя в самую буйную палату, закалывают, привязывают к кровати. А кто хайпует на страшной теме? По моему виду уже понятно, что это полная психушка. Зачем зумеры ставят себе опасные диагнозы? Биполярное расстройство, у меня там сейчас хорошо, через 5 минут я буду плакать. Почему артисты ныряют в океан осознанности и духовности и уже не могут вынырнуть? Ночью медитировали. И на что готовы пойти звезды, чтобы всегда быть в ресурсе? Смотрите документальное расследование Муз-ТВ «Шоу-биз тронулся». Кто из селебов стал заложником своих проблем с душевным состоянием и потерял не только здоровье, но и карьеру? Зима, холода, одинокие дома. Что же ты ищешь, мальчик, бродяга? Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай. Андрея Губина страна помнит именно таким, обаятельным красавчиком. В конце 90-х по нему сходили с ума едва ли не все девчонки. Такие девушки, как звезды, такие звезды. Как она. Ой, я была фанаткой его в детстве, когда мне было лет 7. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Вечно молодой был, вечный мальчик. Он тонкой души. Сегодня в этом зажатом 47-летнем мужчине трудно узнать прежнего Андрюшу. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но как бы я уже умираю спокойно, то есть я как бы, мне не страшно. По словам Губина, он страдает от неизлечимого неврологического заболевания, левосторонней прозопалгии. Простыми словами, это сильная боль в левой части лица и тела. У меня зубы шатаются, у меня тут, я не знаю, что это такое. Я на врачей потратил, я вам говорю, я очень сильно болею. У меня там левая рука плохо поднимается. Странные изменения начали происходить с артистом в нулевые. Губин пропал со сцены. Его видели разве что на вечеринках с бокалом в руке. У меня сегодня игривое настроение. Просто меня так часто приглашают на день рождения, а зарабатываю сейчас не так много. Поэтому, да. Еще на пике своей карьеры певец рассказывал, его мучают депрессии и необъяснимые боли. У меня болел очень сильно живот, реально. Вот болел живот, я ничего, да, два года подряд. Я ничего не хотел делать. А потом я понял, что для меня вот реально, оказывается, работа – это единственный выход из депрессии. То есть, когда я сижу на студии и работаю, у меня что-то из-под моих рук выходит, какая-то новая музыка, и она мне нравится. А если не выходит каменный цветок? А если не выходит каменный цветок, тогда едем в клуб. Да. К девчонкам и все такое. Как и тогда, Губин ищет спасение в музыке. Со своим аранжировщиком Тарасом Ващишиным Андрей работает над новым материалом и, по слухам, готовится к мощному камбэку. Он напевает на ухо очень тихо. Говорит, я боюсь петь, вот у меня не получается. Я его все время разубеждаю. Нет, ты можешь петь. Представьте себе, что у человека все болит. Лицо болит, мышцы. И, ну, естественно, он страдает из-за этого. То ли это фобия, то ли это реальная боль, никто не знает. Но он же это чувствует. Значит, для него это реальная боль. Камбэка не происходит. Губину становится все хуже. Певец уезжает на лечение за границу. Бывшие друзья по шоу-бизнесу считают, сгубила Андрея не только болезнь, но и запрещенные препараты. Он просто оказался один сам собой. Там лет 10 человек просто сидел там где-то на чем-то, где-то. Один. Потом у него много трагедий на этом фоне тоже могло случиться. Мама умерла, папа умер. Мода на внимательное отношение к своему ментальному здоровью имеет много плюсов. Осознанность для многих становится фундаментом, единственным гарантом душевной стабильности.
С другой стороны, ажиотаж вокруг духовных практик и марафонов психологической помощи приводит к обратному эффекту. В глазах молодежи серьезные диагнозы, биполярное расстройство и депрессия приобретают оттенок романтизма и притягательности. В итоге еще не окрепшие звездочки примеряют на себя даже те болезни, которых нет. И кто знает, как далеко может зайти опасная игра с психикой.